Жизнь на одной из старейших улиц города, на улице Куйбышева, не замирает ни днем, ни ночью. Здесь расположены гостиницы, рестораны, кинотеатры, банки и библиотеки. Здесь проводят досуг как туристы, так и самарцы. Поэтому городские власти постоянно держат на контроле внешний вид улицы. В этом году ее решили отремонтировать. Жители города отнеслись к этому с энтузиазмом. За последнее время очень сильно изменились, отремонтировали, и это на самом деле замечательно. Мне стало намного удобнее ходить до университета. И, в принципе, в старом городе считаю, что намного важнее даже ремонтировать, потому что это именно культурная часть города. На этой неделе стартовал ремонт улицы Куйбышева картами свыше 100 погонных метров по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» от Венцика до Некрасовской. Сделают также перекрестки на Льва Толстого и Красноармейской. Как положено, на первом этапе отфрезеровали покрытие, устранили дефекты и выровняли дорогу. Затем подняли порядка 70 люков инженерных коммуникаций на проектные отметки. Как улица Куйбышева является визитной карточкой нашего города, работы выполняются с учетом новых асфальтобетонных смесей. Используется щебеночно-мастичный асфальтобетон ЧМА-16. Дополнительно, не в рамках средств национального проекта, выполняются мероприятия по установке опор освещения на улице, а также по тому, что опускаются кабели, находящиеся на подвесе, под землю. Третий этап ремонта дороги – один из самых важных – асфальтирование и нанесение разметки из термопластика. Этой ночью на улице Куйбышева привели в порядок участок от Ленинградской до Некрасовской. Окончательный ремонт планируют закончить до конца лета. Общий объем асфальтирования улицы Куйбышева составляет 8400 квадратных метров. Основной слой составляет 5 сантиметров, слой на выравнивание до 1 сантиметра. Кроме ремонта всей ширины дороги, предусмотрено и дополнительное озеленение улицы Куйбышева. Здесь установят несколько десятков контейнеров с 3-метровыми туями. Уже сейчас визитную карточку города украшают 18 вазонов с цветами и 41 подвесное кашпо с ампельными растениями. Их решено разместить на ограждениях. Также благоустроили сквер Три Вяза, в котором необходимые работы были проведены и на фонтане. Отметим, что контроль за благоустройством улицы ведется городской властью в круглосуточном режиме. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре ремонтируют дорожную сеть в масштабах всего мегаполиса. На данный момент готовность работ составляет 93%. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.